Злодей какой, а? Ты чего ешь-то вообще? Ты чего ешь-то? Злодей какой, а? Ушастый. Он говорит, пока я ем, говорит, я глухонем. А так бы сейчас он наговорил бы сейчас. Тут еще злой поползень. Злоб, что это. Ну-ка, злой поползень. Давай. Это ты что ел, ушастый злодей? Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Или он уже наелся? Ты уже наелся, нет? Какой-то гадостью. Злодей, давай. Что это такое он ел? Он спрятал здесь. В коре дерева. Надо посмотреть. Остатки. Злодей какой, а? А там у шестик кормушка нового висит. Слышь, злодей? Ждет тебя. Справишься ты с ней или нет? Я что-то сомневаюсь, ушастый. Там сложная система такая. Рычагов. Надо нажать, чтобы поднять. Ты же не справишься. Положу ему морковки, вдруг. А вот и нет, видишь, нету возможности. Твои орехи ест белка, прикинь. Что ты будешь делать? Сел мне на плечо, злодей. Злодей. Вот злодей какой, а. Злодей, а у меня, смотри, в карманах. Ты в карманах. Слышь, карманы. В карманах-то орехи. В карманах орехи, да, а. Ну-ка давай. Да не может быть такого. Да это жизнь какая-то. А вы говорите. Вот вам и птица. Не, ну это. Да это жизнь какая-то вообще. Что-то немножко меня. То есть я ему сказал, и он понял. Ушастый, ты видел это? Это же жесть какая-то. Даже как-то жутковато. Какая птичка сообразительная. А вы говорите, животные бестолковые, ничего не понимают. Все не понимают. Злодей, как ушастый тоже все понимает. Все понимает, но говорит, никому ничего не скажу. Вот злодей какой, а? Ушастый. А ты ведь все видел, ты свидетель. Ты понимаешь, к чему я это? Злодей. Надо морковки ему дать.
Это чья-то кость. Белкам нужен калий. Мне кости кладают. Много раз видел, один раз даже снял, но неудачно. Как белка кость. А тут сам ушастик. У них, что понятно было, без калия развивается рахит. Или, а какой калий? Кальций. Без кальция у белок, ну это у всех животных, и надо обязательно чего-нибудь такое есть. Не хватает, видно. У меня там висит около кормушки штука такая, но что-то не пользуется она спросом. Так вот. Ушастик грызет кость. А вы говорите, собаки какие-то. Какие собаки? Вот, вот ты злодей какой, а? Какой ты настырный. Ушастый, куда пошел? Пошел прятать, кстати, костяшку. Тут голуби, кстати, нарисовались моментально. Нельзя останавливаться. Настигнуто.